Всем привет, всем привет! Меня зовут Костя Павлов, это Саня. Канал Made in Alex, и я уже был у них в фотошопке, но сейчас это выходит на моем канале, значит, я должен присутствовать здесь и первый раз увидеть те самые фотографии, которые они подготовили, отфотошопили. Я клянусь, что я буду их первый раз видеть в свои глаза. А мы посмотрим на его реакцию. Итак, друзья, мы нашли вот эту фотографию в Инстаграме Кости, где он играет в футбол. Очень клевая фотография, она мне нравится тем, что прям такая эмоция, я прям... И перед этим меня тренировал бразилец, настоящий тренер, который тренировал Неймара. Это очень круто. Маракас. Обычная ситуация, Костя на несколько. А говорю, чувак, просто тусовый такой. Еее, мне так нравятся маракасы. Девчонка просто не заклинает. Ну, Стива, а я больше скажу, он ее склеил. Долго не думал, сначала показал ей свои маракасы, ей понравилось. Он сразу атаковал ее, как футболик, кстати. А это все почему? Потому что ты король вечеринок. Вот. Я не могу, почему я с такой рожей все делаю. Всю жизнь мечтал сказать оправданную фразу. Очень плохая музыка. Самое интересное, что у Кости появились коньки. Просто... А, это мои ноги? А я тут не могу понять, как-то у балерины странно ноги расположены. Причем один конек он надел на колено. Это моя любимая, прям вообще обожаю эту штуку. Блин, давайте. Подглядывай! Что есть там? Что есть там? Еще клюка просто. Не, сейчас смотри, как рука такая. Здравствуйте, мое пенсне. А вы не видели, где у меня второе очко упало? Блин, это одна из самых лучших фоток за всю историю фотошопки. Сейчас настало время рубрики «После шести». Обычно туда попадали девушки, но мы сделали для Кости исключение. Это когда толстеет, чувак. Это да. Когда человек толстеет. Это будет уроком, чтобы никто не ел после шести. Блин. Это что-то типа холестериновой бомбы. Тортик вкусно ем и... Вы говорили про... Только я хотел рассказать историю этой фотографии. Ну, по крайней мере, бицепс и трицепс у меня прям норм стал. Да, вообще, вместе с боками, собственно. Реально, я пока-то не заметил. Надо отожраться. Я хотя бы теперь знаю, каким я буду. Я не хочу таким быть, отвечаю. Блин, я даже знаю, что там будет. Большая жопа, по-любому. Раз, два, три. Я знал, что будет сразу смешно, блин. Сюрприз! Друзья, это та самая фотография, которая пока еще не вошла в наш Инстаграм, про которую Костя расскажет в конце. Я сейчас давайте расскажу. У нас есть творческий, очень хороший Инстаграм. Блин, я боюсь на эту фотографию смотреть. Вы переходите по ссылке. Подписывайтесь и в комментариях пишите, что изменить, что не так, что мы не так делаем. Потому что мы очень стараемся для этого Инстаграма, он не такой, как у всех, он очень необычный. Просто перейдите по ссылке и убедитесь в этом. И не вот, пожалеете. Очевидно, как Костя старается по этой фотографии. То есть я такой, да, он не умеет, такой... Он первое место занял, ну, на игре саксофоне Денис Трахеев. Почему саксофон у меня как-то мимо, а здесь прям в рот залез? Это такой здоровенный. Мне плевать на всех, пою как хочу. А это нормально, он просто попросил Любку почистить ему рот. Есть же, который ноги чистит. Да. Я не чищу. Это было реально очень смешно, что самое главное страшно почему-то. Я каждый раз переживал, что же они там выдумают. Потому что я еще помню этих зрителей этого Крида, которые сказали, зачем вы издеваетесь над Кридом? Нам очень много писали. Да. И угроз писали. Да. Значит, мы вас убьем. Это же прикол, ё-моё, очень смешно было. Даже. Для нас это был первый опыт, когда мы фотошопим блогера при блогере. Я хочу вам всем напомнить, что переходите на наш Инстаграм, он очень творческий и интересный. Зацените его обязательно и пишите в комментариях, что не так. Что бы вы хотели там поменять. Вот, ну и не забываем переходить на канал Алексов.
Потому что мы с Костей на нашем канале уже выпустили видео, вот прям сегодня, где мы фотошопим других блогеров, то есть их прям несколько. И это не менее весело. Всем пока! Костя, надо подзарядить. Я выберу любого леща вообще. Надо идти, пока мы леща не выберем. Директор по веселью. Я выиграю в клик-клак любого леща, так что так и скажите. Я не засмеюсь ни в жизнь, даже если Джарахов вперед. Ртом. На себя.